Выставка, которая прошла в Беларуси уже в 34-й раз, снова подтвердила свой статус самой престижной международной площадки для презентации новинок всех отраслей аграрной сферы. Стала настоящим праздником для тружеников села, промышленности и перерабатывающей отрасли. Сегодня итоги подводят и все участники международного форума. В их числе и дебютанты престижной международной выставки, коллектив открытого акционерного общества «Пинский завод средств малой механизации». В этом году мы представили на выставке наш телескопический подъемник высотой 22 метра, который вызвал большой интерес у потребителей нашего сегмента. От выставки ожидаем получения долгосрочных контрактов на поставку телескопических и коленчатых подъемников. И планируем дальнейшее развитие предприятия по выпуску новых видов продукции и расширению номенклатуры старых подъемников. Вот таким было участие Пинского машиностроительного предприятия, которое уверенно ищет сегменты рынка для реализации своей продукции. Наши стенды посещали различные организации Республики Беларусь. Это и электросети, это и ЖКХ, это и строительные организации. То есть все те, кто заинтересован в покупке хорошей, качественной техники, которая бы обеспечила поставленные перед ними задачи. Были представители Китайской Народной Республики, были представители Российской Федерации, стран СНГ. Ну, запросы поступают, оперативно отвечаем. Ну, надеюсь, что будут в дальнейшем поставки и будут заключены новые контракты. Сегодня предприятию необходимо создавать конкурентоспособную продукцию, чтобы найти надежных потребителей. И участие в «Белагро-2024» открывает возможности расширения географии поставок. В Республике Беларусь есть у нас наш прямой конкурент – это витебские подъемники. На данной выставке они не представляли свою продукцию. Мы были единственные, кто с такой продукцией заявился. Ну и планируем в дальнейшем, конечно, стать серьезной конкуренцией для предприятий и, скажем так, обойти их на рынке Республики Беларусь и Российской Федерации. Сегодня в линейке выпускаемых предприятием подъемников более 20 моделей с высотой подъема от 10 до 28 метров. Но коллектив не просто готов расширять ее, а уже ведет целенаправленную работу в этом направлении. Сейчас ведутся разработки и изготовление опытного образца с подъемника коленчатого с телескопической стрелой с высотой подъема 36 метров. На следующей выставке обязательно мы планируем расширять наш стенд, представить наши и новые модели, ну и расширить номенклатуру старых моделей для того, чтобы наши потребители могли, скажем так, рассмотреть весь наш ассортимент, то, что мы выпускаем. И первый положительный опыт участия в форуме такого высокого ранга стал для предприятия стимулом развития и уверенности в будущем успехе. Участие в выставке мы преследовали самую большую цель – просто заявить о себе на всю Республику, ну, скажем так, на всю Республику Беларусь, о том, что мы есть, о том, что мы выпускаем, и заинтересовать наших потребителей в закупке хорошей качественной техники. Тем самым это позволит нам, скажем, улучшить финансовое состояние предприятия и увеличить фонд заработной платы. Более чем за три десятилетия выставка «Белагро» стала визитной карточкой Беларуси и популярной площадкой для презентации ее аграрного и промышленного потенциала. И то, что Пинский завод средств малой механизации хорошо вписался в этот потенциал и заявил о себе, уже большое достижение для имиджа предприятия. Наш стенд посещали и руководство нашего города. Значит, нас посещали и зампредседателя, и председателя нашего города, Рыбковец Валерий Васильевич и Максимюк Ирина Ивановна. В целом сказали, что в позитивном ключе настроили наши сотрудники. Наш выставочный павильон, скажем так, выглядел достойно на этой выставке, не хуже, чем у, скажем так, не то что наших конкурентов, не хуже, чем у всех остальных. Поэтому, ну, это первый опыт. Где-то, да, были какие-то ошибки, может быть, что-то не предусмотрели. Но ничего страшного, у нас будет следующая выставка, и мы обязательно себя покажем.